А мы приехали в отель Кум. Находится он в Бодруме, в 40 километрах от аэропорта. И работает по концепции бутик-отеля. Площадь его небольшая, всего лишь 17 тысяч квадратных метров. Сейчас смотрим номер стандарт. Есть на входе сразу за шторкой, типа гардеробной. Сейф. Такая же открытая ванная комната. Вся полупрозрачная. Унитаз немножко хотя бы спрятан. Здесь есть также кофемашина, уборчик для чая, кофе. Номера очень просторные, светлые, у них очень много площади. Также есть своя солнечная терраса. Все номера выходят на море. Номер One Bedroom Suite. Гостиная зона. Здесь спальня. Обратите внимание, открытая ванная комната. И огромная-огромная терраса. Вот такой вид почти из всех номеров в отеле Кум Бодрум. Все номера выходят на море. И вот такие большие, огромные солнечные террасы. Ванная комната. В отеле Кум нужно просто обратить внимание, что она вся открытого типа и прозрачная. И вот из ванны очень хорошо все видно. Такие. Теперь пойдем немного прогуляемся по территории отеля Кум Хотел. Отель концепции преимущественно отдыха для взрослых. Здесь нет никакой инфраструктуры. Это заметно еще по номерам, что номера они прозрачные, а ванные комнаты видовые, поэтому здесь преимущественно отдыхать именно вдвоем. Номера красивые, просторные, стеклянные. В отеле нет никакой инфраструктуры вообще для детей, исключительно для отдыха парами. Там еще номер Executive Suite джакузи. Он однокомнатный, включается только с джакузи в комнате. Также есть своя терраса и с видом на море. Это тоже все территория отеля Кум. Часть номеров с балконами, часть с террасами. Все с видом на море. Все немножко на высоте, поэтому все достаточно красиво. У отеля 3 ресторана. Основной, где проходят завтраки. Ресторан международной кухни, он называется. Рыбный и ресторан суши. Вот это как раз у нас ресторан суши. Он открывается ближе к вечеру. Очень красивый, видовой. Ну, здесь как раз панорама на весь отель. Видна вся территория, все номера. Интересная зона в отеле. Везет она как раз к пирсу. И мы пришли на зону пляжа, точнее здесь зона пирса. Здесь как раз играет музыка. Здесь находится основной бар. И здесь же все спуски в воду, потому что входа с песка у отеля нет. Естественно, за доплату. Еще раз смотрим пирс отеля Кум. На пирсе приятно играет диджей, музыка, приятная очень атмосфера.
Здесь вот у них находится еще один лаунж и ресторанчик.